автобуса можно присоединиться к храму и монастырю улицы. Эта неделя у нас в центральном регионе России проходит под знаком «Не дня без рекорда». То есть последние дни температурные рекорды предыдущих лет для этого времени года были прикрыты во многих городах на европейской территории России, и в Москве в частности. И сегодня, по всей видимости, и завтра. То есть эта неделя богата очередными рекордами. Погода, конечно, не очень нас радует, ни зимняя, ни холодная. Но у людей все же зимнее настроение, новогоднее настроение. Они готовы радоваться, получать подарки, дарить подарки родным и близким. Да, мне говорят, это европейская зима, что так и хорошо, так и надо. Я говорю, это не русская зима, это совершенно неправильно. Мы радуемся елочкам, нарядам, все, но не хватает снега, не хватает этого легкого морозца и прекрасное настроение, которое дает именно снег, чистота. У нас грязно.